закрыты. И сейчас поедем вон туда, на остров. Вот смотрите, точно так же сейчас мы поедем к острову. Добраться туда можно только так или по канатной дороге. Опять идет дикий дождь, там можно видеть, как лодка удаляется. Буквально 5 минут на лодке, и вы на острове. Что примечательно, что туристы едут отдельно, багаж едет отдельно. Можно, еще раз повторюсь, на таком катерочке, а можно на канатной дороге. Вот, проходим через турникеты. Мы будем садиться по автобусам, и точно так же потом развозят туристов по автобусам. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.